Привет. Очень часто себе задаю вопрос. Вопросы очень много, не все. Иногда ответы жду годами. Ищу их и хочу понять, что же движет, допустим, людьми или компаниями, почему есть более успешные люди, кого больше, что же они делают такого, чтобы у них получалось. Вы знаете, обычно это, конечно, все же, ну, больше, особенно если это в компании, это психология, она очень важна, потому что если, к примеру, ваша компания там больше там два и более людей, если ваша атмосфера, взаимоотношения, они на низком уровне, то, скорее всего, у вас не будет успеха. И так получается, что от того, какие будут у вас отношения, от психологии, зависит 80% успеха. И только, может быть, где-то 20% это будет технологии, техника. В основном все зависит от вас. Насколько вы взаимодействуете, насколько вы выбираете правильную позицию, потому что иногда очень важно понять, кто вы, зачем вы здесь, куда двигаетесь, ваше отношение к людям. И вообще, для чего все происходит? Потому что иногда я сам себе задаю, для чего все происходит? Для чего? Потому что это такой вопрос, я думаю, многие задают его. И я для себя как бы в какой-то момент это определил. Потому что определил для того, чтобы двигаться. И мне было двигаться намного легче. Я определил, что все, что происходит, происходит для людей. И действительно, все, что вы делаете, вы задумаетесь об этом, задумаетесь, кому вы продаете, для кого вы производите, кому создаете рабочие места. Ведь все действительно происходит для людей. Кто-то делает для вас, для кого-то вы делаете, поэтому задумайтесь об этом. И если вдруг вам нужно моментально поменять там свое решение, упорядочить свои мысли, то я думаю, что как раз это направление, наверное, самое лучшее.